27 сентября в мире отмечается День туризма. В парке имени Величко в Химках Российская международная академия туризма организовала праздничные мероприятия. На трибунах собрались студенты, выпускники, почетные гости и жители городского округа Химки. Ярким и эффектным началом праздника стало поднятие флага академии с использованием альпинистского снаряжения. Для студентов, преподавателей и сотрудников РМАТ это не просто дата в календаре. Ректор академии Евгений Трофимов рассказал о значимости события. У нас называется Российская международная академия туризма. И мы считаем, этот один из главных праздников для нашей академии. Наши студенты должны учиться. Они прекрасно понимают, что этот праздник нужен для межгосударственных связей, экономических связей, улучшения языкового обеспечения и вообще для обмена культурой. День туризма в России отмечают уже 40 лет. Поздравить академию и всех причастных приехал директор Армянского института туризма Арсен Баласанян. Я из Армении специально прилетел, чтобы участвовать на этом празднике. Очень хорошо все организовано, очень все приятно. Филиал, наверное, будет маленьким как бы звеном армянско-российской дружбы. Это самое главное, я считаю. К теплым поздравлениям присоединился Александр Дринов. По словам заместителя председателя Совета депутатов округа, праздник имеет большое значение не только для России, но и для всего мирового сообщества. В чем смысл вообще этого праздника? Потому что вот сегодня сфера туризма — это практически одна из основных сфер, которая объединяет всех людей. Объединяет людей всех. И мы видим, насколько сегодня востребован стал туризм, особенно внутрироссийский. Приятным моментом праздника стало награждение преподавателей и студентов академии и ее филиалов. Молодые специалисты туристической сферы стремятся к знаниям, развиваются в творчестве, спорте и науке. Студент второго курса Александр Деменков поделился, почему выбрал эту профессию. Я выбрал эту профессию, потому что она очень перспективна и очень сильно мне подходит в эмоциональном плане. Я очень рад учиться на туризм, и эта сфера меня очень сильно привлекает. Туризм – это развитие, это новые впечатления, новые эмоции. Самый энергичный музыкальный этап Дня туризма – выступление первокурсников. Каждая группа подготовила песню, связанную с романтикой путешествий и дружбой. Чтобы выступить достойно, нужна хорошая подготовка. Председатель студенческого совета Камила Будба отметила, ребята очень старались и ежедневно репетировали. Наш студенческий совет всегда готовится к этому мероприятию ежегодно, так как это очень трепетно и важно для нас, потому что в первую очередь мы являемся Академией туризма, и мы очень тесно и плотно связаны с этим праздником. Всемирный день туризма в парке имени Величко приурочили к посвящению первокурсников туристы. Традиционно в программу включили массовые игры – футбол и волейбол. Сегодня весь первый курс у нас факультета СПО, факультета менеджмента туризма. Пробегут, пройдут, проползут по парку квест туристский, тем самым став настоящими туристами. После исполнения песен группы дружно отправились на маршрут. Турист должен обладать необходимыми навыками, быть ловким и выносливым. Праздник «Всемирный день туризма» получился по-настоящему драйвовым, командным и запоминающимся. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.